Сейчас, когда отгремели турниры начала сентября и UFC берет паузу, самое время подвести итоги последних трех с небольшим месяцев. С 4 июня по 10 сентября UFC провел 14 турниров, в том числе 5 номерных. В трех весовых категориях сменились чемпионы. Новыми обладателями титула стали Леон Эдвардс и Иржи Прохаска. Аманда Нунес вернула себе пояс, побив Джулиану Пенью. Пал первый номер Pound for Pound Камару Усман. Нокаут Леона Эдвардса явно претендует на звание апсета года. Александр Волкановский и Исраэль Адесанья провели успешные защиты и теперь занимают первое и второе место рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Брэндон Морено одолел Кая Кара Франца и стал временным чемпионом на легчайшем весе. Регулярным чемпом в этом весе остается Дэвисон Фигейредо. Кстати, его брат Франциско был уволен из UFC в конце августа. Свои поединки провели 16 российских бойцов с общим счетом 12-4. Победы одержали Ренат Фахретдинов, Мовсар Евлоев, Александр Волков, Дамир Исмагулов, Умар Нурмагомедов, Саид Нурмагомедов, Никита Крылов, Магомед Анкалаев, Сергей Павлович, Азамат Мурзаканов, Роман Копылов и Денис Пилюлин. Проиграли Рамазан Имеев, Альберт Дураев, Арман Сарукян и Муслим Салихов. На ближайшие три вечера UFC возвращается в комплекс Apex с довольно скромными камерными турнирами без зрителей. А 22 октября нас ждет UFC 280 из Абу-Даби, а там Махачев Оливейра, Стерлинг Дилашоу и Ян О'Мелли.